если мальчик подбегнул, то все, да, он и тебя... за косичку дернул в столовке. Капец. Кстати, Анька, ты же приготовила всем Валентинке? Конечно, приготовила, даже тому мальчику. Привет, девочки! Ой, не надо, жизнедеятельности человека. Пишите все, что вы знаете. Пишите, хорошо, я вас учил, я вам много чего рассказывал, да. А я пошел за журналом. Сидите тихо, спокойно. Влад, ты понял? Ага. Смотри мне. Слушай, Анька, ты так классно его самого снегом натерла. Да, и он почти не ругался. Слушайте, а может ему понравилось? Понравилось. А давайте после урока ему снежком в глаз зарядим. А давай. Давай, идея. Да, точно. И еще его любимую Энджи. Будет интересно, как она выглядит с фингалом. Карина, что будет? Будет с таким фонарем ходить.
что это директорская контрольная работа. Мы ее не сможем переписать, поэтому если мы ее не напишем, мы просто поставим нам двойки просто. Ой, Лера, что ты слушаешь этого Посейдона Океановича? Мы можем вообще эту контрольную прогулять, и он ничего не скажет. Да ну как это прогулять? Я понимаю, обычный урок прогулять, но тут у нас директорская контрольная. Дарина, да я тебе говорю, за это нам ничего не будет. Хочешь, можем поспорить. Нет, Ань, спорить я с тобой не буду. Вот скажи, Лерита, что нам будет конец. Нет, ну смотрите, если один человек прогуляет, то тогда и ему, и нам летит. Или даже если один человек здесь останется, а все прогуляют, все равно и ему, и нам летит. А вот если мы всем классом прогуляем, мы потом подучим дома и напишем. Согласен. Ну вот и я там же. Ну что, может быть, загуляем? Блин, ну я не знаю. Дарин, смотри, ты понимаешь, что если ты останешься одна в классе, а мы все уйдем, то тогда и тебе, и нам летит. А если мы всем классом уйдем, то никому не летит. Так, давай решать, да или нет? Ну ладно, окей. Ну вот и отлично, тогда что сидим, что нравится? Так, ребят, давайте быстрее, чтобы Посейдон не пришел в дом. Все, я же скажу. А успею. Сейчас, не спи, налерим. Горяка сделаем. Точняк. Будем бросаться за Посейдон. Все, все, хорошо. Валентина Ивановна, так, где она тут? А, так, вот. Ну же, берите трубку. Ну, Валентина Ивановна. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, Валентина Ивановна. Это ужас, ваши дети просто неконтролируемые. У меня сегодня контрольная, да? А они мало чего пришли, обсыпали меня снегом, а потом еще и сбежали с урока. Я их догонял, они меня завалили на пол и обкидали опять снегом. Так нельзя, я замерз, я, наверное, вообще заболел. Хорошо, спасибо. Разберитесь с ними, пожалуйста. Все, до свидания. Маленькие сволочи.
Ну ничего, все. Теперь вам точно хана. Всем двойки будут. Так, тебе два, тебе два, тебе два, тебе тоже два. Все.